1-0. И, по-моему, в трех из этих матчей решающий мяч забит именно во втором тайме. Разворот Лоренте, удар, ох ты, боже мой! Фернандо Лоренте, ну как же хорошо играли защитники Ливорно. До этого эпизода 12-й гол Лоренте. Искали такого нападающего не один год в Турине. Ой, какой разворот! Ох, как мне жалко защитника Вальенте. Катанью во втором тайме точно переиграли. Укатали. Ну и сейчас укатывают бедный Ливорно. Это Фернандо Лоренте. Это дубль. Это, безусловно, героическое выступление в первом тайме. Лоренте, по-моему, по два мяча-то и не забивал. Подача Пирло, и жалко немножечко Барди, который пропустил мяч.